Хей, йога, с вами Жмики, мы продолжаем проходить игру по названием Dead Space, либо Dead Space, да, Мертвый Космос и так подобное. У нас 10 глава, последние дни. И что не хочет? Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт. Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ тех команды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Так, окей. Поехали. А, в первую очередь, я вижу какую-то статуэточку. Во-вторых, это манекены или трупы. В-третьих, я вижу магазин. Хорошо. В-четвертых, я знаю, куда мне идти примерно. А, я вижу сохранялку. Следующее, это оказывается у нас кто-то песенки поет. Ну и кто-то разговаривает. А не слишком тут много трупов? Это обычные шлюди. Так. Это обычные застреленные люди. Как-то вот так стану. Заскринную. Ну, вы понимаете, чтобы просто не встали. Ой, ящик. Хорошо, мне хотя бы боеприпасов нормально дают. Это оттуда звуки. Вот прикиньте, я потом буду сюда идти и повылазить твари, которые типа создают вот этих мобов. Я бы с ними не хотел сражаться. Потому что... Что? Правильно, в первую очередь они подсоздают себе некроморфов. А кому это надо? Не мне. Пожалуйста, не разговаривай со мной, мне страшно. Так, поехали. Рюкзачок. Пускай будет, ладно. Малая птичка, перенести. Куда мне идти? Мне идти наверх, поэтому мы пойдем вот в эту комнату. Что у нас там? А там у нас комнаты в комнате. Блин, что-то в глаз попало. Чипсики попали в глаз. Да? Держу в курсе, обосрался, вижу еще одну решетку, обосрался. Снова повторю, держу в курсе. Ну, сто пудов также не было задумано, да, чтоб я сюда шел. Защитный костюм 5 уровня! Не зря я сюда пошел. Так, правила игры в Зибол. Для начала игры встаньте на подсветочную платформу, активируя ее. Увеличите счет, запрыгивая на специализированной платформе, затем используйте свой модуль кинезиса, захватывая меч и попадая им в активные корзины. До того, как исчезнет
отведенное на броски время. Так, все у нас закрыто, хорошо. Посмотрим, что это за фигня. Зона невесомости. Эй, стазис не юзаем. Так, а вот эти вот помощнее будут. Ладно. Я стазис использовал. Так, навигационная карта. Дополнительное задание выполнено. Давай, я не знаю, давайте сыграем. Да, вот это некроморфы стали сильнее, именно вот эти черные. Начинаем игру. Поехали. Как-то так, да, играется, по сути? Поближе встал, окей. Используем щиты, так сказать, ближе стали. Нормально идем. Просто все быстро делаем. Он только стазисом захватывает, мы сразу метаем мячик. Ну все, типа я 30-ку набрал. У меня просто там сзади какая-то фигня, типа 30. Нет, тихо-тихо. А, у меня отнялось. Это типа несколько, сколько у меня раз на захват. Волейбольчик. Так, я вижу, еще что-то летает в воздухе. Конец игры. А, 41. Вот это что? Лапкам. В скобочках ручкам. Так, ну ладно, у нас... Костюм! Погнали за костюмом, все. Главное, что я костюм взял, хотя меня покоцали, знаете, в спину, но у меня хп все равно осталось. Мне бы еще стать... Поздравляю, вы открыли раздел наград. То есть вот это нужно уровень... Уровни нужно было выиграть, чтобы мне типа открылось это. Окей. То у меня костюм. Так, 5 секас. Классно. Я, короче, отошел, чтобы закрыть дверь, потому что кошак, типа, вышел с комнаты. Зашел такой в магазинчик, да, типа, думаю, ладно, пока постою, типа. И я был прав. Все-таки появилась вот эта тварина. Пока я, типа, садился, сворачивал игру, вижу, меня атакуют. И она посоздавала вот этих говнюков. Ой, ладно.
Неважно. У нас все равно хилок много. Это нормально. Так, костюм. Улучшаем костюм. Пятый уровень. Купить. Поехали. Теперь будем, в принципе, кредиты тратить это на стазис. Но можно купить даже уже сейчас, пополнить его себе. Либо где-то по пути найдем. Ох, пипец. Теперь я чисто в железе. Так. Заходят они в комнату. Так, ладно. 71 тысяча у нас. Мне таких много не нужно. Переместить. Готово. Стазис. Ну, блин, я не знаю. Может, найдем где-то и купим. Так. Поехали. Так, сколько у меня теперь места? А, ну, в принципе, у меня теперь все, свободный инвентарь. Весь открытый. Поехали наверх. А прикиньте, что было бы, если бы я не убил их всех? А? Так, у меня еще второй вопрос. Журнал, либо типа того. Мышь типа это. Так, L. Глава. Если так посмотреть, у нас 12 глав. Найдите навигационные карты. Я обнаружил челнок, о котором говорил Хэммонд. Как это было? Черт. Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Так, кстати, о юнитологии. Ставь единым, мы вознесемся. Юнитология новой надежды или очередная афера. Кэрри Ван Аттекен. Надо провести последние 200 лет в глухой марсианской колонии, чтобы пропустить рождение и становление юнитологии самого быстро развивающегося религиозного течения за всю историю человечества. Церковь юнитологии насчитывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира, политика и бизнеса. Ее активы составляют 78 миллиардов долларов. Так, в ценных бумагах. Так, ценных бумагах трансплантантных корпораций. А сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. Бла-бла, неважно. Из малоизвестного культура юнитологии превратились в уважаемую и официально признанную религию. Некоторые аспекты этого течения вообще известны. 200 лет назад Майкл Атман, профессор онтологии, во всеуслышание обвинил власти Земли в заговоре церкви сокрыть величайшую из находок человечества артефакт, или как-то еще ее называют обелиск, который был создан, вне всякого сомнения, инопланетной цивилизации. Так. Хотя власти и тут же поспешили объяснить. Атомно сумасшедшие его завивали, так, породили сомнения в сердцах некоторых людей. Загадочная смерть Атмана только подгорела общественный интерес к фигуре и заявлением профессора. Юнитологии искренне считает, что обелиск содержит некий код, который позволяет нам перейти на новую ступень эволюции и достичь рая. Так. Загвоздка в том, что сначала придется умереть. Они заявляют, что правительство спрятало обелиск и засекретило всю информацию об этой находке, в том числе и результаты научных исследований.
распространившись по всем... Что там много читать? По всем человеческим мирам юнитологи проповедуют догматы и мученической смерти Атмана. И о том, что придет день, когда с неба спустится сам Господь и заберет нас со своей чертоги, дав жизнь после смерти. Все это звучит невинно, если бы и не ряд некоторых очень сомнительных моментов. Все перехожены юнитологические церкви делятся на ранги. Об этом, конечно, не говорят в открытую, но критически считают, что существует как минимум три различных иерархических ранга, состоящих над обычным освященными. Чем выше ранг юнитологии, тем больше секретов открывается. Перед ним церковь, которая так и не трудно догадаться, получила взамен все финансы продвинутого прихожения. Думает, расстаться со своими сбережениями — это все, что можно потерять. Приготовься, церковь также требует от своих прихожан, чтобы они завещали культу собственное тело после смерти. Зачем? Что юнитология будет делать с трупами? Увы, это неизвестно, и любые попытки проникнуть вовнутрь круг лидеров культ заканчиваются провалом. Хотя даже не знаю, насколько нам понравилась бы правда, правдивый ответ, учитывая основной догмат юнитологии. Перерождение через трансмутацию. Ходят упорные слухи, что церковь финансирует собственную судостроительную программу. Кто-то даже утверждает, что видел флоты юнитологов, состоящих из огромных кораблей-мавзолеев. Возможно, это и не пустые домыслы, хотя никаких документальных подтверждений им обнаружено не удалось. Продолжение, страница 94. Окей. Так, первым делом сохранимся. Дальше немного походим по локации. Так, это у нас 10, поэтому у нас первое сохранение, с вами считаете, да? Да, все это дело сложечно. Снова же комнаты. Решетка раз. А, ну все. Решетка раз, и все закончилось. Так, верстачок, поехали. А что у нас, в принципе, улучшать? У нас там для улучшения такого ничего и нету. У нас, в принципе, все на максимум. Поэтому как-то так. Создавать отдельные пушки ради того, чтобы, типа, занимал только инвентарь. Здрасте. Ой, тут лип... Кому вы молитесь, когда все кажется безнадежным? Вот доктор Кросс верил. По-настоящему. Решетка. Теперь она ждет своей трансформации. Рождение. А вы готовы, мистер Тамбл? Решетка, блядь. Ебучая решетка. Не стоит бояться. Сыграйте свою роль. Узрите же раскаяние настоящего верующего. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их. О. А парень начал дергаться. Слушай, ты там в порядке, блядь, доктор? Давай с решетки влазь, давай. Ой, а тут что-то большая зона, ребят. Тут решеток. А нет, тут много решеток. Страшно вырубай. Вы думаете, я такой тупой? Я думаете, не знаю, зачем эта музыка только что сейчас была? Музыка, считайте, я обосрался. Папа. Чем ближе я иду? О. И как вы думаете, что они еще не выскочили, а? Ну правильно, а что им выскакивать?
Мне нужно, чтобы заработал, да? Вы видите, типа? Оттуда скрипка перестает играть. А иду. Скрипочка играет. Сейчас с трех мест, да, вылезут? Все. Мне нужно стазис где-то найти. Бам. А всякий слышишь? Фу, эта херня это взорвалась. Мысли, тихо. Ключ. А, мне ключик нужен. Три тысячи это хорошие деньги. На 3000 я могу и этот купить. Килочки. Стазис. Много чего еще. Серьезно, отсюда никто не выпрыгнул, но хотя решетка выглядит как будто. Ух ты ж, блядь. Ладно. Сделаем вид, что я не вижу этой решетки. Типа. А, это не решетка? Не, решетка. Ах ты ж, ё-моё. А где это вы так лазите там? А? А там дверь закрыта, приятель. Дверька закрыта. Все. Ой, тихо. Тихо. Он же может теперь из решетки выбраться с любой. Нафиг надо. Лучше не рисковать. Ладно, запомнили. У нас есть расчленитель один здесь. Есть подзрывник. А с подзрывником может быть и опасно. Обратно. Пока, приятель. Пипец он там рычит. Ну нафиг. Пипец. Он, по сути, сюда не залезет.
Давайте я сбоку посмотрю на него. Вон он стоит, ждет. Ну вот и все. Что-то там агрессивная башка. Нормально. Вы же потом назад не собираетесь в тело? И на часть тела. Вон эти не шкрябаются. Ладно, главное, что я убил самого великана. А мелких я расстрелять то смогу. У меня скорострельность нормально. Поехали. Вон голова еще ползает. Да, типа не вижу. Давай. Мысли. Офигел. А подзрывник где? Я ведь знаю, что эта херь тоже где-то здесь. Не зря он сначала показался, потом ушел. Ладно, у меня хотя бы хилок много. Да, хилок мне достаточно. Да, здесь есть у меня, ладно, еще. А, значит, да, он может типа разбираться и собираться назад в этого монстра. Так, куда мне хотя бы идти? Да. Он бы меня скушал. Я не хочу, чтобы он меня скушал. Так, не забываем первое. Это подзрыватели. Который, я уверен, ждет меня. С объятиями. А дальше я к нему туда поднимусь. Поехали. Давай, спрыгивай. Давай, я ожидаю. Это понятно, что будет прыжок сверху. Мистер Кларк, нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами, и я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Исходит. Соберите навигационные карты, и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Понятно, что с люков повлазит. С этого я не уверен, ладно. Кажется, все, кто уже мог вылезти, уже вылез, да? Или нет? Что у нас по постерам? Опа, обелиск. Значок обелиска. А чтоб отсюда не выскочил, потому что я в замедле. Хотя бы в ту сторону идти. Хотите сказать, подзрывник был просто так? Не поверю. Ну ладно. Может, он встретит нас на обратном пути. Все возможно.
А, время уже заканчивается, черт. Давайте тогда до сохранялки, там как раз сохранялка у нас внизу. Раз, решетка, два, решетка. Так, ладно. Раз, решетка, два, решетка, три. Система жизнеобеспечения спального блока Б отключена. Тут должен быть рычаг открывания двери. Так, окей. Ребятки, вот и все. Давайте, короче, тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.